Здравствуйте, друзья! И это Дмитрий Балковский с 16-м выпуском «Золотых заблуждений». Этот выпуск мы разделим на две части, потому что он получился такой достаточно длинный. Значит, сразу хочу всех поблагодарить за комментарии, лайки и за участие. Спасибо, друзья, кто смотрите нас, подписывайтесь. В этом выпуске я собрал все возможные доводы против золота. Я думаю, что, учитывая происходящее на мировых финансовых рынках и на рынке драгоценных металлов, и интересующихся золотом людей станет значительно больше, поэтому я сделал такую компиляцию из всех антизолотых доводов, скажем так, которые... А я слежу за ситуацией уже достаточно давно. Первая публикация о золоте под моим именем вышла в феврале 2008 года. То есть больше 11 лет. Соответственно, много раз я видел множество возражений, но многие из них попадаются по 10-20 тысяч раз. Соответственно, на каждое из них вот я сейчас готов ответить. Всего мне их нашлось 12. Кстати говоря, если вы найдете еще больше, присылайте их в комментариях, оставляйте, и мы тоже про них что-нибудь снимем. Итак, начинаем с номера 1. Золото нельзя есть или съесть. Ну, во-первых, на это нужно ответить, что золото для еды не предназначено. И акциями, облигациями, и коммерческой недвижимостью, или просто квартиры тоже не закусишь. У золота есть определенные свойства, которых нет у других финансовых активов, которые его выгодно от других финансовых активов отличают, и этим оно и хорошо, собственно говоря. То есть у золота нет контрагентского риска. Это первое главное его свойство. Золото хорошо само по себе, золото не может ничего не стоить. Вот это очень ценная идея, мне как-то на глаза попалась. Вдумайтесь просто, золото не может ничего не стоить, оно всегда что-то стоит. Контрагентский риск – это риск быть обманутым эмитентом бумажного обязательства. То есть, говоря человеческим языком, это риск быть обманутым человеком, который какую-то выписал вам бумажку, на которой написано, что он вам что-то обещает. Будь то бумажная валюта, это ведь тоже обещание, вексель, облигация, расписка, акция, любая форма бумажного инструмента, опционы, фьючерсы, любые контракты, всегда обещания. То есть, сами по себе они ценности никакой не несут. То есть, им только печку можно растопить, а если они в электронном виде, то даже и печку растопить нельзя. Вот в отличие от них, золото имеет ценность само по себе. Оно красивое, оно признано рынком как полезный инструмент, оно обладает хорошей проводимостью электрической, оно очень ковкое. И золото исторически считается веществом, обладающим ценностью. Так считает рынок, то есть мы с вами на самом деле, и он так считает уже много тысяч лет, и в разных культурах. Как известно, когда испанцы и португальцы приплыли в западное полушарие, обнаружили там индейцев, они тоже использовали золото для украшений, и они использовали его как ценный металл, то есть они не мастили ими дороги и считали его веществом, отличным от других веществ по своей стоимости, по своей ценности. Соответственно, золото в пищу употреблять нельзя, но его можно поменять на еду практически в любых обстоятельствах. Это всегда работает. Еще один часто встречающийся псевдосложный, псевдонаучный довод против золота, и очень часто приходится слышать, что золото сейчас никому не нужно, потому что мы живем в век электроники. Это, конечно, чушь полная, потому что все то золото, которое когда-либо было добыто за историю человечества, все оно кому-то принадлежит. Вот весь песок, например, никому не нужен. То есть вы можете поехать на берег реки, взять ведро, накопать его, в принципе, и, в общем-то, ничего за это не будет. Он практически ничего не стоит. А золото все кому-то принадлежит. И оно постоянно покупается как частными лицами, так и государствами, и частными организациями коммерческими разными в разных целях. Поэтому не нужно делать таких резких заявлений, это неправда. Что касается электронного века, то, конечно, тут речь идет, наверное, о криптовалютах. Но так пока мне непонятно, как они будут сохранять ценности, как они и смогут избежать вот этой вот инфляционной чумки, которой болеют фиатные, так называемые, политические валюты, государственные валюты, в мире которых мы живем. Если государств в мире там чуть более 200, то компании, которые способны создать свою криптовалюту, их бесконечное множество вообще, их тысячи. Вот, то есть, если каждая компания будет создавать новую криптовалюту, пусть даже с ограниченным количеством токенов там или каких-то единиц в обращении, то как им удастся избежать инфляции? Ведь они же, это же просто компьютерная программа, на самом деле. То есть, они не отличаются друг от друга практически ничем. Но отличаются, конечно, вот. То есть, говорят, что биткоины, они там уже устарели, у других криптовалют есть лучше разработанные пользовательские свойства, вот. Но пока что-то не видно из особого-то их использования, вот. И шумиха, в общем, утихла значительно. То есть не видно пока широкого их применения. То есть люди этого не понимают. Вот. Если этого люди не понимают, может, они, конечно, люди дураки, но это факт жизни, то есть с этим нужно считаться. Вот. Ну, к тому же, учтите и такую вещь, что, например, сценарий начала войны на Среднем Востоке, вот, между Ираном и США,
США такой конфликт, когда плетят все электронные торговые системы, системы расчета по сделкам и все там подобное. Что будет с криптовалютами? Что они будут стоить вообще? А золоту не требуется дорогая инфраструктура для расчетов с ним. Вот в этом тоже уязвимое место. Одно из многих уязвимых мест криптовалют. Так что совершенно неубедительный довод. Золото как было нужно, так и останется нужным. В обозримом будущем, конечно. Посмотрим, что будет. Я думаю, что ничего не изменится и через 100 лет, но тем не менее. Посмотрим. Довод номер 3. Золото неликвидно. Но это тоже полная глупость на самом деле. Золото вместе с бумажными долларами и евро, это на самом деле самый ликвидный товар в мире. Он продается и покупается в любых формах, в формах физических, монетах, слитках и ювелирке, и в бумажных электронных видах, контрактах на золото во всех странах мира, совершенно без проблем. Во всех странах мира есть ювелирный магазин, ну, может быть, где-то нет, там, в Северной Корее, вот, но в большинстве подавляющем. Везде оно продается и покупается. А что касается ликвидности каких ценных бумаг, попробуйте обменять в деревне без интернета электронную акцию «Газпром» на еду. Желаю вам удачи где-нибудь в африканской деревне. Вот. А на золотую или серебряную монетку всегда можно поменять что-то полезное для себя. Вот. Так что это, конечно, чушь собачья. То есть это аргумент, говорящий о том, что человек, которого приводит, просто не понимает смысл слова «ликвидность». Довод номер 4. Это такой апокалиптический довод. Когда наступит конец света, всем будет нужен автомат Калашникова и тушенка, а золото будет никому не нужно. Ну, на самом-то деле, имеется в виду, когда это говорят, что золото у вас отнимут, вот, а если у вас будет автомат Калашникова, то тушенку у вас не отнимут. На самом деле отнимут у вас и автомат Калашникова, и тушенку, и золото, и все остальное отнимут, если вы автоматом Калашникова пользоваться не можете. А если вы будете один, а на вас прибежит 500 голодавших бывших менеджеров каких-нибудь, то ну, вы 30 положите, а остальные 470 у вас отнимут тушенку и золото вместе с ним. Золото заберут тоже, кстати говоря, несмотря на голод. Вот, так что самое важное, конечно, звучит смешно, в апокалипсис, вот, в трудные времена, скажем так, это поддержка родных и близких, конечно же. Вот, то есть это важнее золота, автомат Калашникова, хотя и то, и другое тоже, наверное, поможет. И тушенка обязательно. А что касается полезности золота в тяжелые времена, то я много раз уже это повторял. Назовите мне место и время, когда золото ничего не стоило. Есть на Golden Front статья про блокаду Ленинграда. Это, наверное, самое экстремальное место в истории. То есть мне сложно представить себе что-то более страшное, чем блокада Ленинград. Статья про то, как люди выживали, обменивая на рис, который привозили из Средней Азии незаконно, естественно, спекулянты, свои золотые сережки выживали, и их дети выживали. Вот. Так что золото нужно всегда. Также пример из более недавней истории. Это ситуация в Зимбабве с гиперинфляцией в нулевые годы, когда люди ходили на речку, мыли золото. Как известно, Зимбабве – это золотодобывающая страна, и меняли его на хлеб и все, что им требуется. Вот. То же самое, когда люди бежали из Вьетнама после падения Южного Вьетнама. То есть бизнесмены, выезжавшие на распределительные базы, там, где у них они были, на Филиппинах, на острове Гуам у американцев. Те, кто приезжали с чемоданами бумажных денег к Южного Вьетнама, им говорили, что они ничего не стоят. А вот те, у кого были сережечки, монетки и другие всякие полезные изделия из драгоценных металлов, у них была возможность начать жизнь заново. Так что не нужно, пожалуйста, золото нужно всегда и принимается всегда и везде. Приведите пример, приведите конкретный пример, где золото валялось бы на земле, и никто бы его не подобрал. Я такого не знаю. Еще вот такой встречается, это у нас довод номер 5, псевдонаучный довод, говорящий, что золото сейчас стоит очень дешево, и поэтому возврат к золотому стандарту невозможен, если учесть все деньги мира по цене золота там, по 1300, по 1400 долларов, то золота не хватит. Золота всегда хватит, потому что золото обладает рядом уникальных качеств. Среди таких качеств это его абсолютная делимость. То есть любой кусок золота, грамм, унция, килограмм, микрограмм, так же ценен, как любой другой такой же кусок золота. Они все абсолютно гомогенны, абсолютно одинаковые. И цена на золото может устанавливаться рынком, может фиксироваться государством. На самом-то деле цена, по которой золото торгуется сейчас, она отражает полное отсутствие интереса к желтому металлу. Им интересуются только суверены и, наверное, индусы с китайцами. Вот. И то не все далеко, особенно это в Китае имеют отношение. Так что ситуация может измениться, и цена на золото может либо вырасти сама, либо ее можно зафиксировать на уровне, условно говоря, там, 10 тысяч долларов за унцию. И так
тогда этого золота хватит для всех. Золото очень полезный и очень хорошо известный материал, и он очень подвержен влиянию внешних обстоятельств, то есть в том смысле, что он может падать в ценности, такое тоже бывало относительно других товаров, а может расти относительно их. Поэтому не стоит бояться, что использование золота не послужит материальному благополучию. На самом-то деле святой Константин, император, который ввел в обращение золотой солид, он положил начало эры просто беспрецедентного процветания, 4 век от Рождества Христова в Римской империи. Вот. Это один из примеров. И таких примеров много, на самом-то деле. Так что аргумент совершенно недействительный. Теперь у нас довод номер 6. Золотом владеть не стоит, потому что его все равно конфискуют, как при Рузвельте. Разве государство даст возможности владеть золотом? Государство, на самом-то деле, за исключением последних 100 лет, давали возможность владеть золотом совершенно без проблем. Я, по крайней мере, в этом не вижу какой-то отрицательной роли для государства. То есть, мне кажется, нет в этом ничего сложного, и это очевидно хорошо, очевидно полезно для всех сторон, участвующих в процессе. Вот. Что касается конфискации пресловутой, да, о которой так много говорят, ну, во-первых, сейчас конфисковывать золото у населения смысла никакого нет, просто потому что им владеет крохотное количество людей в осознанном смысле, то есть не драгоценностями бабушкиными или там драгоценностями собственными, которые служат для украшения, а в виде инвестиционно-сберегательных монет или слитков число людей и владельцев очень мало. Вот, поэтому конфисковывать его каким образом? То есть милиция будет ходить по квартирам с металлоискателями, получается, да? И сколько будет стоить вся эта операция? То есть с чисто логистической точки зрения это не имеет никакого смысла. Куда проще одним росчерком пера национализировать все золотодобывающие компании, например, в России, да, которые добывают там 250, 270, 300 тонн золота в год. Вот вам, пожалуйста, вы будете получать, если вы государство, ну, конечно, будет глупость, вот, но тем не менее, вы будете получать это золото по себестоимости. Вот, кстати, именно так это происходит в Китае, между прочим. То есть в Китае золотодобычу его контролирует китайская народная армия. А теперь, значит, что касается Рузвельта, вот этот пресловутый аргумент, я также привожу ссылку на статью про то, что не стоит бояться конфискации золота в стиле Рузвельта. Во-первых, Рузвельт конфисковал не все золото, а оставил по 5 унций на гражданина. Ну, представьте себе, 5 унций – это 155 грамм. Это достаточно много. Это такое количество золота практически ни у кого нет в России. Оно есть, конечно, столько есть у кого-то, но их этих людей очень немного. Во-вторых, он запретил не владение золотом, а накопление его. И к тому же заплатил по $20 за унцию конфискованного золота, то есть по его рыночной цене расплатился. То есть это была, ну, не голая конфискация, то есть у вас не отобрали его просто так, вам отдали за него текущую рыночную стоимость. К тому же, тоже хочу напомнить, это очень важно, что конфискация золота в те годы, это не было каким-то наказанием золотых жуков, потому что золотых жуков в современном смысле-то не существовало, это был золотой стандарт. То есть золотыми жуками тогда называли жирных котов-банкиров, на самом деле от этого пошло это наименование. Это было такое примитивное количественное смягчение, то есть он пытался деньгами накачать экономику. То есть, ну, тогда просто это было совершенно на топорном уровне, вот, то есть они взяли и повысили цену на золото с 20 до 35 долларов. Вот. Но, тем не менее, цель-то была в этом, и не в том, чтобы кого-то наказать. Как я уже сказал, я ссылочку на статью на Golden Front по этой проблеме разместил. И на этом первую часть мы заканчиваем, дорогие друзья. Смотрите вторую очень скоро.